Итак, друзья, 3 часа. Трогаемся в путь в Адлер. На улице ночь, темно, никого нет. Сейчас кольцевую проскочим как раз. Счетчики сброшены все на ноль, чтобы удобнее было считать. Августа 2022 года. Мы с Тоби едем на море. Вот ровно где-то час он пытался пристроиться и вот устроился со своим любимым другом, с любимой игрушкой на подушке и на подстилочке. Кстати, подстилочка охлаждающая, очень качественная. Все. Вот такую собаку нельзя не любить. Ну, это вообще просто прелесть. Дальнобоя. Пробочка стоит, они взяли, перекрыли обочинку, потому что московские и питерские сразу полез, впереди фура съехала с дороги и по обочине сразу пошли. Семьсот километров. Стоянки, конечно, мрак. В сортир не зайдешь. Народу битком. Вот. Сейчас туда-сюда пройдем. С Тобиком прогуляемся. И поедем дальше. Хоть машина чуть-чуть остынет. Естественно, для Тоби были созданы все условия в машине, чтобы он чувствовал себя комфортно. Остановились в Богучарском районе. Даже на отдыхе, когда мы остановились недалеко от Краснодара в гостинице, лежаночку Тоби положили в ногах у хозяев, чтобы ему было комфортно ночевать. Надо сказать по правде, уснул он как убитый. Проснулись без 15:05, проспали. Вот так, трасса уже шумит, вокруг поле подсолнухов. Солнышко взошло. Вот в такой гостинице мы ночевали. Сейчас поедем. Так, солнышко взошло. 5:30. Стартуем. Значит, проехали мы 1234 километра вчера. На 490 бензина осталось. Среднее все сбросилось. Раннее утро. Стартовали со станицы Павловской. Здесь пробка уходит в бесконечность. По рации говорят, что чуть ли не до перевала стоят. Мы с грехом пополам доехали до Джубги. 3 часа в пробке стояли, в горячем ключе. Мрак. Проехали Туапсе. Зашли перекусить, что-нибудь купить. На улице жарище. Едем с кондиционером. Тобик балдеет. Привет тебе передаю. Тоби. Остановились где-то между Туапсе и Лазаревским. Перекусить. Сегодня чувствуется, до вечера будем ехать. Любимый Адлер, как всегда, встретил гигантской пробкой. От хосты
и чувствуется до вокзала в Адлере. Так что стоим. И вот 2 дня в машине Тоби перенес прекрасно. Хозяевам не доставлял ни малейшей заботы, вел себя отлично. Теперь лежит на пляже и наслаждается всеми прелестями черноморского отдыха. Не забудьте подписаться. Всего доброго. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.